Ты смотри. Ах, извините, господа и дамы, я вас не заметил. Вы уже здесь. Просто никак не могу от этой картины отъехать. Она, я ее когда-то уже освещал. Очень красивая картина. И выразительная. Смотрите, как. Сколько пальцев на руках, какие чувства. Наверное, придется мне ее купить. Хотел детали посмотреть. Здесь, понимаете, такие чувства пылают. Вот эти волны, вот эти вот такие вот. Это художник хотел выразить волнение. Вот такие вот волны все время. Да. Волнуется. Все-таки момент очень такой трепещущий. Классный. Так, кто здесь? Художник. Представляете, это 2000 штук было выпущено таких красивых картин. Это 10-я. 10-я. Вот так вот. Я думал, это в единичном, оказывается, это настолько круто, что даже 2000 штук таких картин, боже. Смотрите, какая красивая ваза китайская, ручной росписи. Очень милая. Такой красивый Фиренция полиновый кувшин. Портрет мужчины нетрезвый. Тоже картина 59. Интересная такая. Здесь одни и те же персонажи. Все так интригующе. Видите, посмотрим, кто это. Ого, 58 году уже чудили так, боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй. Классно, видно, художник немножко как-то так у него запала пластинка, и он все время рисовал одно и то же. Это закончит, начинает это, там опять одни и те же. Это видно автопортрет. Вот тоже классная картина. Видите, какое лицо тут. 39. Классно. Тоже картина классная. Или вот так ее вот, что ли. Хотя, видите, здесь крепление, значит, все-таки так. То есть трава растет так. Это надо было немножко выпить, чтобы это догадаться. Франк Саффер. Такой салон был у нас когда-то давно. Ну, вот майолика довоенная. Видите, какая старина. Италия, это очень старые вещи. Их там
много. Их много. Вот проездные тоже антикварные. Ну и очень старые. Угу. Красиво. И вот такая. Это очень-очень старые вещи. И целые. Обершмир-эль. Масло смазочное. Криминал. Слоник прикольный. Честно, для чего такие слоны? Я их иногда вижу. Иногда вижу. Какая цель? Какая ваза шикарнейшая резная. Просто песня. Просто обалдеть. Вот она так вот смотрится красиво. Рядом с глобусом, например. Это очень старинная вещь, ребята. Ручная, естественно, работа. 39 евро. Тяжелая, большая, красивая. Супер ваза. Очень красивая. Что можно сказать? И состояние отличное. Массив. Двухслойное стекло, хрусталь. Ваза для цветов. Высокая. Где-то, наверное... 35. Давайте ее поставим красиво, чтобы она никому не мешала. Видите, как красиво. Такая вот ваза интересная, красивая посуда. Это Баройтер. Катерина классная. Ух, какая прелесть. Икона стиля прелестная. Очень красивая. Вот это вот дорогая, потому что это очень сложная работа. Такой бутон красивый. Ух, песня. Всего каких-то 4 рубля. В Германии уже рубли ходят, видите, всего 4 рубля стоит. Это два тарелки девственные. Никто никогда их не использовал. Вот, кстати, антикварный подсвечник с керамической вставкой. Очень старый. Как вам? Мне нравится. Красиво. Вот еще две дыринки тоже. Порублю всего эти блюда. Шерцер. Какие красивые, да? Что это такое? 59. Опа.
коробка антикварная. Это видно для, так сказать, каких-то домашних нужд. Ну, красота. А вот красота какая, а. Опа. Молочко. Это декоративный объект, ребята, красивый. Этажера красивая. Да, есть красоты. Ох, какой красивый. 59. Винтажненький такой. Ваген, киндерваген. Класс. Что это? Самогонный аппарат, что ли? Всего 12. Еще один диван с намеком. Сервиз, ваза красивая, явно фирменная. Вот видите, абсолютно тарелки не бывали в деле. Золотая кайма. Все очень сохранено чудесно. По евро. И суповая терина, золотишко, все красиво. Что можно сказать? Песня, просто песня. И не поленюсь, покажу бока. Смотрите, это все удороживает изделие, когда есть вот такие штучки. Все мастер делает по-свежему, и конечно это увеличивает цену. Естественно, когда иногда бывают такие случаи, люди думают, что если на донышке стоит, например, розенталь и какие-то изделия в упаковке, они могут дороже стоить. Не всегда бывает, господа. Цена, я всегда говорю, это и такое понятие индивидуальное. Наличие марки и упаковки не всегда говорит о том, что изделие, ну, является таким экстремально дорогим. Сложность работы и общее впечатление, мне кажется, более важнее для этого. Смотрите, какие фирменнейшие. Я сейчас беру и просто выпадаем в осадок. Это велеровый ирис.